Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об интересном, на мой взгляд, проекте под названием JoyStream. JoyStream – это децентрализованная онлайн-медиаплатформа для распространения видеоконтента и монетизации. Платежным средством вознаграждения за раздачу видеоконтента будет собственный токен. С помощью токена JoyStream на платформе появляется ряд возможностей. Получать награды, монетизацию или штрафы за нарушения, голосовать за организацию на платформе. Платформа будет чеканить и сжигать токены, поэтому невозможно определить количество токенов заранее. Распределение токенов при запуске составляет 50% команда и инвесторы, 30% будущие члены сообщества и 20% ранних участников сообщества. JoyStream DAO работает на собственном блокчейне на основе фреймворка Substrate. Тем самым может реально стать одним из Polkadot парачейнов. Тестнет проводится с 2015 года и заканчивается в 2021 году 28 февраля. В 2015 году был запуск платформы в тестовой сети биткоина. В 2018 году JoyStream запускалась в сети Bitcoin Cash, как первый BitTorrent клиент. На сегодняшний день JoyStream будет запускаться на собственном блокчейне и претендовать как парачейн на Polkadot. Платформа предлагает решение некоторых проблем наших дней, связанных с медиаконтентом. Они считают, что большинство источников информации разной направленности, будь то искусство, литература, политика, музыка, фильмы, игры, новости, все это контролируется несколькими гигантами корпораций с целью собственного обогащения и формирования культуры человека в своих личных интересах, ограничивая выборы и его свободу. Они почти полностью неподотчетны нормальным рыночным и политическим механизмам, в результате чего наша история, выражение и взаимодействие управляются и фильтруются на их условиях. Цензура спорных высказываний, несправедливое разделение прибыли с создателями и аудиторией. Цель проекта – призыв договориться о том, что медиаплатформа несет ответственность перед людьми, на которых все держится, которые в первую очередь являются их пользователями. Потребители, креативщики, сторонние разработчики или сотрудники. Предлагается решение этих проблем с помощью современных технологий, таких как блокчейн, смарт-контракты и токены. Таких проектов идентичных очень много, но по мне так этот проект достаточно интересный и перспективный. Я думаю, что этот проект нас еще удивит. Предлагаю подключаться. Присоединяйтесь к данной платформе, будьте первыми. JoyStream – децентрализованная медиаплатформа.